Комедия, покорившая Британию. Теперь и в Америке. Карты, деньги, два ствола. Играешь сегодня, сынок? Да ты чего, пап, я с этим завязал. 50 штук. 80. 100 штук. 250. 4 паренька крупным липли. Поэтому я здесь. Найди их, пытай их, а потом убей. А кто заказчик? Вы работаете на меня, больше вам знать ничего не надо. Прям как в фильмах про Джеймса Бонда. Если у тебя есть другие идеи, как нам достать 500 штук за 3 дня, поделись с нами. Я в деле. Я тоже. Я... Они вооружены. Чем вооружены? Вонью изо рта и матерными словами. Если молоко прокисло, я его лакать не собираюсь. Понял меня? У нас всего 2 настоящих ствола. Они хоть стреляют? С водяным пистолетами то надежнее будет. Этой весной. Вперед, вперед! 4 друзей. Ставки 100 к 1. 3 дня. Облажаешься, я тебя убью. 2 ствола. Забудешь что-нибудь, я тебя убью. И всего 1 попытка. Все ясно. Потому что если не ясно, я тебя убью. Он меня подстрелил! Gramercy Pictures представляет. В меня попали! Боже мой, ну сколько можно? Фильм Гая Ричи. Минуту назад это было плевое дело, а теперь уже боснийский конфликт какой-то. Карты, деньги, 2 ствола. Заверни ружья, посчитай деньги и пристегни ремень. Этой весной уголовники повсюду.